В Васильевке пропал ребенок. Евгений Маримон, 2005 года рождения, вчера вечером вышел из дома и до сих пор не вернулся. На вид ему 9-10 лет, рост около 130 сантиметров. Ранее мальчик уже уходил из дома, выражал намерение вернуться в лагерь Якимовского района, где отдыхал этим летом. Всем, кому известна какая-либо информация о местонахождении ребенка, просьба звонить по телефонам, указанным на экране, или 102.